Всем привет! Вы на канале Своими руками. Сегодня мы с вами будем делать ободочек, декорированный объемными тюльпанами. Что нам для этого необходимо? Нам нужен ободок, который мы выполняли в одном из наших видео, декорированный в технике камзаши рисунком зубчиками. Нам нужен бантик, любой по желанию. У меня бант состоит из двух цветов, белого и золотистого. И нам нужны будут вот такие объемные тюльпанчики. Мы также их уже научились делать. К бутончику мы прикрепляем 3 лепесточка, чтобы получился вот такой объемный пышный тюльпанчик. А для ободочка нам нужно будет 7 тюльпанов. А в моем случае это 3 розовых и 4 беленьких. Итак, приступаем к работе, начинаем собирать, украшать наш ободочек. Берем ободок. Я приблизительно разложила, как я буду выкладывать рисунок на ободочке, и по очереди будем приклеивать наши цветочки к ободку. Берем пистолет, наносим клей. Я наношу его на ободок и приклеиваю первый тюльпанчик. Если вам понравилось наше видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!